Здравствуйте, я Даниил Коротков, мне 18 лет. Я очень люблю смотреть кино самых разных жанров. Мои любимые фильмы и франшизы — это MonsterVerse, то есть фильмы про Годзиллу, Кинг-Конга. Мне нравится, например, «Скотт Пилигрим против всех», франшиза «Парка» и «Мира юрского периода», и квадрилогия «Шаг вперед». Все это мои любимые фильмы. Но вообще я смотрю фильмы с удовольствием самых разных жанров. И очень много смотрю самого разнообразного кино. И сам я человек очень творческий. Я много лет танцевал. Я занимаюсь баскетболом. И еще я снимаюсь в любительском кино. В том числе, в таком кино, которое участвует в кинофестивале «Волшебный фонарь», например. И многие мои коллеги, если можно так сказать, уже были в жюри этого фестиваля, и я бы тоже с удовольствием там оказался. Спасибо вам огромное за то, что посмотрели мою видеовизитку. Всего доброго, до свидания.